Или все еще нет? Да, вроде бы пошло. Удивительно. А ну пойдем, вас убьем, пока никто не видит. А, сохранение мне не дали, и зато есть. Кагекио, ты? Я знал, что я могу рассчитывать на тебя, Кагекио. Ты вернулся с Амахагане. Вскоре мы создадим самый мощный камень. Сузука, остановись. Идеальный Махагана. Что? Я забираю его. Как ты с ним? Ты заплатишь за это. Киомори. Наконец. Наконец оно мое. That's enough. Достаточно. I'm going to kill you. Я убью тебя и заберу твою амахагану. Кагекио, ну, игра закончена. Это конец. Никто меня не остановит. Ну, а теперь лав босс. Как это, сколько у него форм, кстати? Кагекио. Behold me now. Power beyond imagination. Сила за воображение. Так, ладно, гоу, экипировать. А можно как-то предмет экипировать же? На горячие клавиши, разве нет? А, да, можно. Да, это ласт феномен. Вообще, если это как его? Ну, по-моему, есть фиговина, которая наносит урон врагу, если мне не изменяет память. Но, наверное, не имеет смысла, да, его применять. Это будет нечестно. Можно в кроватку перекладываться. Я вот потом не знаю, что после вас босса делать. Мол, поиграть в Uncharted или книжку почитать.
Блин, капец, тут все ярко. Я это часть 2 хотел посидеть, не больше. Но... Ну-ка, а что будет, если я эту фигню скастую? Блин, я заморгал. Да ну почему она не триггерится? Не постережем. Точно, я вспомнил, мне нужен чай с ромашкой, я его не попил. Чтобы уснуть. Блин, надо несколько раз это сделать. Жесть. Да ну почему она прерывается? Достал. Да я нажал на квадрат, упал. Ой, блин, я забыл об этом. Ладно, давай. Рано нажал, моя вина. О, у меня закончились хилки, кстати. Ладно. У меня есть еще хилки. Не ожидал. Ты игру ведь копил. У меня еще воскрешалки есть, кстати. Это, наверное, одна форма будет у него. Довольно, что во время заставки могу передвигаться. А он в последнюю полоску. Ну, точнее, еще две осталось. Вот это и следующую. Но могу ошибаться. Ультрамедленный режим. Смог.
zasadzie ten winić. Блин, я ему так мало хп снял, серьезно? Жесть. Да, все, последняя полоска пошла. Ой, ну и грянь, что он сделал с водой? Блин, это я. Как долго он будет продолжаться? Это можно было? Избежать. Видимо, да. Можно было прервать. И заставить его сделать фиговину. Как тело отбоскано. По-моему, слишком... Каски не все. Блин, забыл про супер, да. Так, мне скоро хилки закончатся, кстати говоря. Это плохо. Да ну... Не-не-не-не-не-не-не! Ну чертова вода. Мне же сейчас габут настанет. Херня. Согласен. Ладно, если что, еще умереть могу. Это вызовано, если как первого форма. Ой, здесь боссы прикольные на самом деле. И свои теплюшки и так далее, и так далее. Ну и здорово. Не, давай вот без этого... Блин, это прервать нельзя, говно. И запрыгнуть не дает. О, слава богу. Это весело тебе? Давай. Не слезу отсюда. О, на контратаке подловил. Легчайше просто. Шизука. Шизука. До смерти Киомури Йоритомо штурмовал что-то там. The Heishi were unable to hold their ground and retreated west. В общем, Хейши основались на западе после победы Хохинкака и Еремота. Ознаменовал эпоху, насколько я понял. По личности. Это Амахана, который был сформирован со всех камней, которые мы собрали. Ты не собираешься пойти и встретиться с Юримото? Если бы я это сделал, мы бы говорили только об Амахагане. Эти камни послужили началу конфликта. Мы сохраним Амахагана нашей защитой. Чего-то там, чего-то там. Короче, всегда, видимо, будем их охранять. Пойдем же.
я, по-моему, там не совсем то говорил. Ладно. Прошел то, что не смог осилить в детстве. Да, прошел. Последний босс весь хил сожрал. Спасибо. Забавно, тут был выбор дорожки английская либо японская. И в титрах все равно играет японская песенка. Ну-ка, чё? Чё за игры делать в Game Republic? Это интересно стало. Ну, она работала многими франшизами. И она уже ныне не существует. Shadowhunters. Prehistoria. Genji. Dragon Ball Origins, кстати, они делали. Они неплохие были. Короче, Clash of Titans. Genji. Да, неплохая на самом деле игра. Так и в детстве казалось хорошей, так и сейчас. И по хороший слэшер, хоть и здесь не особо много комбинаций, все равно все здорово. Крепкий средняк. Ну, типа того, да. То есть, учитывая то, какие есть еще слэшеры на PlayStation 2, она получше многих. Но есть еще слэшеры лучше, чем это. Имха. Как бы. Один раз, да и стоит сыграть. Блин, они на плойку третью интересные игры делали. Вроде Margin in the Far Second Kingdom. Не знаю. Еще здорово придумали тему, то что между, ну, у персонажей, у обоих общий уровень друг на друга. Блин, я еще без прокачки проходил эту игру, господи. Это я думаю, к видюфанам. Давай. Единственное, я тут все собирал, то есть, в принципе, я можно пройти еще быстрее. В детстве я эту игру рашил, а оказывается, здесь есть даже секретный босс. И я, например, за Бенкея, ну, за Громилу, вообще практически не играл. А тут с помощью него открываются секреты, где можно найти более клевое оружие и так далее, и так далее.
Это здорово. Единственная придирка то, что локацию надо перепосещать, и это порой иногда надоедает. И вот этот спешл, когда ты юзаешь, он порой настолько больной, что это просто караул какой-то. Блин, может быть пойти еще раз убить босса, только уже с прокачкой? А ты насобирал камни, а их не юзал. Ол. Блин, а почему показывают в титрах самое начало? Тут еще есть контратаки не только тогда, когда ты используешь типа кнопочку, но и если ты попал в определенный момент, то он тоже юзает контратаку. Это сложнее сделать. То есть он тут очень жесткий как-то. Блин, хочу, короче, продолжение на третьей плойке глянуть. Что же они там такое сделали? Тем более продолжение не последовало. И Снейк поздравляю с третьим уровнем. Так, поздравляю, вы прошли игру, доступны новые бонусы, а также новые режимы. Хотите ли вы сохранить, да. Ну, наверное, имеет смысл на этот слот сохраниться. Я, с другой стороны, хотел босса одолеть. Ну да ладно. Я думаю, у меня сейчас коллектаблс и все соберутся. О, тут еще что-то есть. Прикольно. Тут еще какие-то бонусы есть, непонятно. Ну-ка, мувики. А, ну, ясно. Понятно. Так, что еще? Ну-ка, континью. Если я сейчас сейву загружусь, то где я окажусь? Так, 24, 9 часов, на нормале прошло, окей. Загрузка завершена. А, ну перед лаз-боссом. Причем у меня хилки, да, все использованы? Да. Ну-ка, что будет, если я прокачаюсь? Во, у меня 50 кристаллов, ёлы-палы. Да. Что-то полоска не шибко увеличилась. Так, ладно, давай. Завершить игру. Ну-ка, а если я начну новую? Да, я, короче, грейды не тратил. А, ну вот, very high. Точнее, hard, ты не получаешь уровни. Делают игру сложной. Начинают новую игру с уровнем, предметами и прочими. С предметами, которые ты насобирал при прошлом прохождении. Харджи это с нуля, видимо, все собираешь. То есть нельзя ничего покупать, у тебя уровень не качается и т.д. и т.п. То есть вот это дрочево, конечно. А ведь люди проходят это. Еще и враги небось много отнимают. А, не, отнимают только я обычно. То есть, в принципе, если сделать, ну, само слово, без покупок, то, с другой стороны, весь мод можно тут понасобирать. Да не, проходимо. Лол. Даже на этом уровне сложности. Внезапно. Ну, как-то так. Ладно, сейчас еще кое-что проверим.
Проверю тогда и пойду чем-нибудь поделаю. А вот затем спать, проснусь пораньше. Начнем Uncharted. Я, по крайней мере, надеюсь, что проснусь пораньше. Блин, деф увеличивается на 5. То есть, в принципе, я мог быть неуязвимым практически в битве, я думаю. И не, наверное, дальше все. Ну, типа, какой смысл начинать сейчас, если я посижу где-то часика 2 всего лишь? Хотя, наверное, можно начать Uncharted. 2 часа поиграть. Много я не пройду, конечно. Да не, 2 часа начинать такое. Не очень хорошая идея. Сейчас я посмотрю, что у меня там с дефом этим. Блин, короче, она ломается через 3 отражения. Если не изменяет память. Давай, Фенэн, спокойной ночи. Ну, кстати, не так много урона наносит. А, еще можно вот так его избивать, кстати. Бац, и пол столба. Только заработать лишь единожды. Мол, ну ладно. Одолел игру детства. Еее. Не вспомнил многие моменты, которых я не помню. В итоге здорово. Положительное впечатление. Тот самый момент, когда игра детства не скатилась в карты рады из-за восприятия более нормального. И трезвого. Ну, у меня еще воскрешалка была. Ладно. Полагаю, да. На этом все. Увидимся завтра. Всем удачи. Всем пока.